Где в Ряжске на окраине пустырь, где храм полуразрушен в лихолетье, сегодня возродился монастырь. Опять сюда вернулось благолепие, ведь Сергий Радонежский землю здесь хранит, и помнят здесь купца Мещерякова. Душа опять молитву трепетно творит, и вновь звучит евангельское слово. Опять горит лампады фитилек, здесь труд монаха кажется обыден, но малый одинокий огонек в ночи издалека бывает виден. Ведь Сергий Радонежский землю здесь хранит, и помнят здесь купца Мещерякова. Душа опять молитву трепетно творит, и вновь звучит евангельское слово. Вновь в Ряжске возродился монастырь, он каждому заблудшему в подмогу, заботливый, смиренный поводырь. Незримо нас опять приводит к Богу, ведь Сергий Радонежский землю здесь хранит, и помнят здесь купца Мещерякова. Душа опять молитву трепетно творит, и вновь звучит евангельское слово. Ведь Сергий Радонежский землю здесь хранит, и помнят здесь купца Мещерякова. Душа опять молитву трепетно творит, и вновь звучит евангельское слово.